Всероссийский мастерский турнир «Окские богатыри» в 9-й раз прошел в Серпухове. Спортсмены соревновались в пауэрлифтинге и его отдельных движениях. За сильными духом и телом следила наша съемочная группа. У Ирины дебютное выступление на соревнованиях. В пауэрлифтинге она всего год. По профессии – воспитатель. Сегодня мечтает о больших достижениях в спорте. В тяге поднимает почти в 2 раза больше собственного веса. Начинала все с удовольствия, но нужно ставить цели. Да? Хочу получить КМС. Дальше посмотрим. Первое соревнование и первый успех. Ирина стала серебряным призером в категории пауэрлифтинг. А это один из фаворитов соревнований. Денис Пузырев в этом году уже выиграл чемпионат России, чемпионат и Кубок Европы. Личный рекорд спортсмена – 265 килограмм от груди. Сегодня он выступает в жиме лежа в софт-экипировке. Софт-экипировка – она довольно зрелищный вид, потому что благодаря облегченной экипировке прибавляется порядка 50-60 килограмм на вес, то есть веса за 200. Для зрителей, для себя это зрелищно и интересно. Сегодня, конечно, тоже победа. Турнир «Окские богатыри» для опытного спортсмена – разминка перед Кубком Евразии. Дениса и Ирину тренирует Александр Грудев. Он уверен, для популяризации пауэрлифтинга нужно чаще проводить соревнования. Наш зал открыли мы год назад, сейчас будет юбилей. И вот уже 2-й раз проходит соревнования. Первые были летом, и вот сейчас 2-е соревнования. Пауэрлифтинг – демократичный вид спорта. На этом турнире спортсмен сам выбирает себе категорию для выступления. Классическое троеборье или отдельно – жим, присед, становая тяга. У кого-то лучше становая тяга идет, они выступают все время в становой. У кого-то жим, у кого-то присед, либо пауэрлифтинг. Просто пауэрлифтинг – это троеборье, развивает все мышцы тела. На этот раз ежегодный турнир «Окские богатыри» собрал в Серпухове более 100 человек из Московской области и соседних регионов. Самые сильные получили заслуженные награды.